Добрый вечер, это программа «Актуальные встречи». Меня зовут Дмитрий Щепанов. Не так давно в Ненецкий автономный округ пришел новый недропользователь. Это нефтяная компания «Развитие регионов». Эта компания будет разрабатывать южно-травейское месторождение. И сегодня у нас в гостях ее генеральный директор Михаил Викторович Топорков. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Викторович, новый недропользователь – это всегда, что называется, событие, поэтому давайте знакомиться. Расскажите подробнее о вашей компании, в частности, о Енисее и об Усинске. Какие у вас отношения? То есть, я так понимаю, что развитие регионов – это усинский бизнес здесь? Да, развитие регионов – это усинский бизнес, и компания, в принципе, владеет лицензией и получила ее только для того, чтобы нарастить ресурсную базу компании «Енисей». Так как компания «Енисей» имеет нефтеперерабатывающий завод, соответственно, чтобы работать далее успешно, иметь ресурсную базу и наращивать мощности, необходимо вот это южно-таравейское месторождение, которое мы и купили у компании «Газпромнефть». А южно-таравейское месторождение, я так понимаю, будет работать на вот этот самый усинский НПЗ, и нефть, полученная там, будет перерабатываться именно на нем? Ну, нефть, полученная с южно-таравейского месторождения, действительно будет направляться либо в сторону Усинска, либо каким-то свопом с другими компаниями. Но в итоге конечная цель – это, конечно, получение потока вот необходимого для работы нефтеперерабатывающего завода. У компании «Развитие регионов» есть какие-то другие лицензионные участки в Ненецком округе? Пока нет. А планы? Ну, если будет такая возможность, если будет в Ненецком округе выставляться на аукцион какие-то месторождения, компания примет участие. И в случае там совпадения благоприятных обстоятельств и там каких-то других вариантов мы выиграем, то и будем обладать лицензией на другие участки. У компании «Енисей» тот же вопрос. Есть ли какая-то другая добыча? То есть в Коми, в Ненецком ли округе, где угодно? Или только НПЗ? Нет, в компании «Енисей» есть основное месторождение. Оно называется Западно-Санатыйское месторождение. Это примерно в 50 километрах от города Усинска. Месторождение, в котором 14 миллионов извлекаемых запасов. Разрабатывается оно с 2000 года довольно-таки успешно. И сейчас ежегодная добыча составляет примерно 750-780 тысяч тонн. Если ненецкая нефть будет поступать на Усинский НПЗ, будет там перерабатываться, вообще какие продукты этот НПЗ на выходе выдает? Ну, как вы понимаете, что строительство завода нефтеперерабатывающее, оно состоит из нескольких очередей. На сегодня «Енисей» построил нефтеперерабатывающий завод мощностью 1,5 миллиона тонн, но мощность завода позволяет 1,5 миллиона тонн позволяет получать только продукты первичной переработки. Это прямогонный бензин, прямогонный мазут и дизельное топливо ГОСТовское 0262. Чтобы нарастить добычу и, вернее так, иметь вторичные процессы, ну, гидрокрекинг там и вакуумную установку, соответственно, необходимо первое запасы, чтобы были ресурсы нефти, ну, более 3 миллионов тонн, тогда это имеет экономическую целесообразность. И то есть, только после тогда, будет, да? Да, только тогда можно строить вот глубокую переработку. А в этом случае мы пока имеем первичный продукт, который вынуждены экспортировать, ну, как вторичное сырье. Но я прошу прощения, глубокая переработка, она что дает, какие продукты? Это авиакеросин или... Нет, глубокая переработка дает, в общем-то, качество продукта. Это имеется в виду, ну, дизельное топливо там марки «Евро», что сейчас соответствует концепции правительства. Ну, бензин также марки «Евро». Ну, а мазут, в зависимости от набора установок, он может быть, может не быть
получается, и другие продукты переработки нефти, ну, такие как кокс там, и прочее. Ну, собственно, много. Вторичная переработка позволяет увеличить глубину вообще переработки до 97%, я знаю, 95%. Я был на таких заводах и видел, где такая переработка есть на сегодня. Ну, кстати, есть такое мнение относительно того, что в России нет ни одного НПЗ, который бы давал бензин с октановым числом выше 80. Ну, нет, это неправда. Ну, несколько заводов, которых я знаю, ну, тех же, тот же Ярославский, тот же Рязанский НПЗ и Новоуфимские заводы, ну, и некоторые заводы «Лукойла», они действительно выпускают, я думаю, вот, мне кажется, боюсь ошибиться, но вот Новоуфимский НПЗ и Пермский завод «Лукойл», они выпускают, мне кажется, даже бензин марки АИ-98. Я уже не говорю о дизельном топливе марки Евро-5, который, ну, абсолютно чистый. Но в вашем случае вы сейчас готовы выпускать и, в общем-то, выпускаете уже дизельное топливо вполне приемлемого качества. Соответственно, вопрос, означает ли начало добычи здесь, в Ненецком округе, расширение поставок топлива сюда? То есть все жители НАУ без исключения ждут снижения цен, например, на бензин. Ну, вернее, на то же дизтопливо. Ну, как вы понимаете, конечно, цена продукта того или иного, ну, то, вот в нашем случае там бензина, она зависит, ну, не только от затрат, которые идут на выпуск, еще и транспортная составляющая. Но ну, и от количества. И от количества, конечно. Вот. Ну, я примерно знаю потребности, которые вот в Коми Республика нужны. Ну, и я думаю, что и Ненецкий округ тоже. Ну, то есть наши возможности смогут обеспечить потребности в дизельном топливе. Я думаю, это наиболее приемлемый продукт в хорошем, качественном дизельном топливе, которое на котором будут работать машины и двигатели различные, даже, ну, в очень низких температурах. Вот. Поэтому и мы и ориентируемся на то, что, понятно, или нам отвезти за 200 километров сюда там, ту же дизельное топливо хорошего качества, или в округ придет там морем через большое расстояние продукт, конечно, цена будет разная, нам дешевле. Я думаю, к тому времени, когда мы построим завод, а мы сейчас ведем, ну, вторую очередь завода с вторичными процессами, ведем усиленные переговоры с некоторыми крупными зарубежными компаниями для того, чтобы покупать хорошее оборудование на вторичные процессы. К этому времени будет и федеральная дорога, там, трасса Марин-Марусинск, и по которой у нас большой очень опыт транспортировки, у нас большое количество нефтевозов, там порядка 100 штук. Мы сможем спокойно выработанную продукцию, причем они все большого объема, там 30-50 кубовые, доставлять в Орк. И нам это выгодно, не гнать продукцию за рубеж, платя сумасшедшие деньги за транспорт, за перевалку, за фракт, а привезти и реализовать здесь у себя это по доступным ценам. Это, ну, и пока, всем выгодно. Пока жив Северный завоз, рынок сбыта здесь будет. Да, рынок сбыта будет. Хорошо, Михаил Викторович, теперь к разговору о самом месторождении. Южно-Травийское месторождение, оно расположено в районе поселка Варандей, там 25 километров, да? Ну, 40 километров. А 40 километров? Да. Вот такой, на 15 километров промахнулся. Ничего. Неоднократно звучала мысль, в том числе и от вас, о том, что на этом месторождении очень тяжелая нефть. Соответственно, насколько вы уверены вообще в рентабельности добычи? Насколько вы уверены в этом месторождении? Ну, и не открою большого секрета, если скажу, что, наверное, 80% всех запасов, которые существуют на сегодня в Российской Федерации, это, ну, не совсем легкая нефть. Если легкая нефть, открывается месторождение с легкой нефтью, такое, как Трепсвитито, это большая удача. А та же Йосу-Петра, и я знаю часть месторождения Лукойла, это тяжелая нефть. Соответственно, и методы разработки месторождений, добычи нефти, они несколько отличаются.
Нужно оборудование специальное, нужны капитальные затраты совершенно другие. Но, тем не менее, компании работают, успешно добывают, получают эту нефть и имеют определенные выгоды, экономический эффект. Поэтому, просчитав все, исследовав те пробы и результаты, полученные на скважинах нефти, которые были, а на Южно-Таравейском месторождении уже пробурено 5 скважин. Вот, мы пришли к выводу, что это выгодно, и мы начнем сначала с тех пластов, в которых возможна добыча обыкновенными методами, те, что имеются на сегодня, а дальше, разбурив среднюю часть, посмотрим, что делать дальше с горизонтами, которые выше или там ниже. Вот. Так что технологии такие есть, они дорогостоящие. Компания сейчас изучает эти вопросы, вплоть до того, что отправим специалистов на стажировку или практику в Канаду, где такие месторождения успешно разрабатываются. Или там другие такой же регионы, нефти, да, по характеристикам. Такой же, да, тяжелой нефти. Будем добывать. У нас 60% таких запасов тяжелых. Поэтому. Ну, кстати, довольно интересно. Арктика – штука коварная. Сейчас идут очень такие агрессивные дискуссии о целесообразности вообще сейчас разработки шельфа как такового. О том, что и они затронули еще и берег, побережье Арктики. Суть очень проста. Месторождение довольно коварно. Вот вроде бы показали, что там есть нефть, вроде бы показали огромные запасы, а как вскрыли, как нефть пошла, она либо практически непригодна к употреблению, либо ее запасы оказываются существенно ниже заявленных. Вот как нефтяники вообще страхуются от таких случаев? Ну, здесь вопрос такой. Конечно, серьезная доля риска присутствует, но чтобы иметь наиболее полную картину или представление о месторождении, нужны геофизические исследования. Ну, есть общеизвестные методы геофизических исследований, это как трехмерная сейсмика, вот, которая дает, ну, по сути дела, куб, где понимаешь, какая толщина пласта, куда ты идешь, даже какие коллекторские свойства и прочее. Есть очень много других способов, которые позволяют с той или иной степенью достоверности определить залежь и что это за нефть. Вот. Ну, как говорится, лучшая сейсмика – это бурение, пока не пробуришь, не узнаешь. Разведка боем. Да. Если не секрет, сколько потратили на разведку месторождения? Ну, в данном случае... Тогда получается, советских рублей, на счету какого-то 75-го года? Мы пока еще ничего не тратили. По одной простой причине. Мы купили лицензию в ноябре месяце, завершили сделку. Вот. И тот материал, который имеется у нас от компании предыдущей владельцы лицензии, а они проделали серьезную работу, у них все, о чем я назвал, вплоть до составления технологических схем, разработки этого месторождения, она имеется. В том числе как и трехмерная сейсмика, которую я упомянул, и она дает более-менее, так сказать, уверенность о том, что мы получим достоверный материал. Кроме того, мы ведем сейчас переговоры с собственником скважин, которые имеются на этом месторождении, 5 пробуренных уже скважин, они принадлежат компании «Лукойл» с целью покупки их, этих скважин. Соответственно, это поисковые скважины были, да? Да. Соответственно, с всей сопутствующей документацией, дела скважин и прочее. Поэтому информацию о нефти, о том, что структура, что нам предстоит, мы будем иметь по этим скважинам. А вас не испугало, что такой гигант, как «Газпромнефть», отказался от разработки этого месторождения? Ну, здесь у меня, так сказать, я не думаю о том, какие причины побудили их это сделать. Я думаю о том, что нам это месторождение нужно. Мы тоже не новички в этом бизнесе. Кстати говоря, когда разыгрывалось это Южно-Таравейское месторождение, я по поручению своих акционеров участвовал в аукционе за право пользования другим месторождением. Это Ошское месторождение, которое выиграл «Лукойл». Вот мы претендовали на на Ошское месторождение, а «Газпромнефть» выиграла вот тогда на этом аукционе Южный Таравей. Ну, и я знаю, что
Есть сложности, конечно, в разработке его, но и, используя тот опыт, который у нас имеется, тот большой профессионализм в специалистах, которые работают на сегодня у нас, я думаю, что все будет хорошо. Надеемся. А какая цена на нефть нужна для того, чтобы разработка вот этого месторождения была рентабельной? Ну, пусть такая, как сейчас вот будет, и все будет хорошо. Но только не $9 за баррель, поэтому это будет хорошо. Ну, или не 90, плохо. Как в том году, да? Ну, и при 90. Здесь же, понимаете, здесь же существуют определенные льготы. Еще государство смотрит и заботится, в принципе, о недропользователях. На сегодня это труднодобываемая нефть. Компания, которая занимается разработкой таких месторождений, имеет преференции по налогам на пользование недрами, ДБИ так называемые. Так что имеет экономический смысл, имеется. Я думаю, что я не знаю точных причин, почему Газпром не четко. Я думаю, что это не ее регион, и ну, не то, что не совсем не ее регион, просто других месторождений нет, а вот одно такое для. Ну, на самом деле, в качестве одной из причин ты Газпром и называл отказ от этого месторождения своим желанием уйти в другие регионы. Да, у них база там Западная Сибирь, вот они успешно там работают, тянуть сюда. Ну а нам здесь недалеко. Это наше, по сути дела. Нефть с Южно-Таравийского месторождения будет через Варандей отгружаться, вывозиться морем или по трубопроводу? Куда она пойдет? Ну, в данное время мы разрабатываем логистическую схему. Мы поручили, есть такая компания «Геострой», которой мы поручили разработать логистическую схему. Она для всех компаний, которые здесь работают в регионе, для Башнефти, для зарубежки. Она делала такие, и на основании вот выводов или те, которые, технологических решений, которые нам предложит Геострой, мы будем смотреть идеально. Для нас, конечно, задача нефть в трубу, которая, ну, транснефтепродукты, и получение там где-то недалеко от себя выхода и возможности транспортировать ее на завод. Ну, а если нет, то будем, может быть, взаимно с кем-то договариваться, отдавать здесь, получать там, я имею в виду, на головных сооружениях Усинска. Ну, это, собственно, одна здесь. Основная сложность проекта, вернее, одна из самых сложных деталей, которые вы называли в том числе, это перевод земель из лесных, сельскохозяйственных, да, в земли из сельскохозяйственных промышленных, да. Из сельхозземель, да, в промышленные. Насколько сложно решалась эта задача? Вообще, в чем там основная сложность сейчас? И насколько успешно? То есть все ли те участки, которые вы планировали, вам удалось перевести под новое назначение? Ну, такой не очень радостный сюрприз нам 30 декабря подготовило правительство, внесло изменения в градостроительный кодекс. Но не только вам. Ну, не только нам, и всем компаниям. Есть так называемые земли, межселенные земли, или схема земель межселенных территорий, если правильно так называется. Вот эта схема должна быть в каждом округе, в каждой области, в каждой республике. В Ненецком округе ее на сегодняшний день нет. То есть она есть, но она находится где-то на утверждении. Межрегион, в министерстве, даже, да, как это правильно называется, министерство. И, в общем-то, мы ждем согласования этой схемы вот, в межрегионе. Как только это будет, документы у нас, все акты выбора есть, все находится на согласовании в Архангельске. Вот. И как только будет, ну, я думаю, к концу месяца все это разрешится, и все компании отдохнут свободно и спокойно могут продолжать работу. То есть, а пока этого нет, земли не переведены, мы не можем заключить договор аренды, соответственно, или там что-то в собственность вот, для себя принять. И поэтому не можем полно, так сказать, цены начинать работу.
Пока я. То есть фактически это получается еще не ваша земля, потому что вы не можете ее перевести к себе, да, даже получить на условиях аренды. Пока у нас нет договора аренды, мы не можем ничего сделать, потому что, ну, акты выбора есть. Понятно, что есть лицензионный участок с районом очерченным, и по, как по площади, так и в глубину горный отвод или геологический отвод. А вот такого, пока мы не переведем земли сельского хозяйства в промышленные, мы работать практически не можем. А вот этот простой, он компании большие убытки приносит? Ну, на нас это отражается сейчас мало, потому что у нас пока идет подготовительная работа. Мы закупаем все необходимое оборудование, вот, ну, ведем все это проектные работы, на которых вы сегодня присутствовали. Вот, проводим такие общественные слушания, все, что нужно для государственной экспертизы. Проекты проходят экспертизу. То есть мы ведем подготовительную работу, чтобы по мере того... И подготовили все документы, чтобы в короткий срок, когда выйдет это постановление, ну или там разрешающие документы правительства, чтобы мы начинали быстренько работать, и все. Ну, то есть пока одно другому не мешает? Да пока нет. Оптимизм присутствует... Ну, тогда оптимистичный прогноз. Если действительно в конце месяца разрешится ситуация с схемой, с земельной схемой, да, а когда на месторождение пойдет первая нефть? Ну, боюсь, так сказать, совсем уже оптимистом. Вы можете постучать по дереву где-нибудь. Есть два прогноза, оптимистический и пессимистический. Что, значит, оптимистический прогноз, я думаю, май... Середина мая, пессимистический прогноз, я думаю, это июнь, июль месяц. Ну, просто, ну, у нас для того, чтобы начать на это работать, все есть, если вы сегодня слышали, срок бурения там скважины там, от 40 35, максимум, 40 суток. 25 минимум суток. Станки у нас, буровые мощности у нас свои, сервисные услуги мы оказываем себе сами. Ну, я имею в виду там долотный сервис, цементаж, там, химреагент, это все мы сами. Вот. Потому что нас ничего не сдержит, не надо ни с кем договариваться, команду дал, и все, вперед, люди поехали. Единственный сдерживающий фактор – это погода. И вот только здесь остается надеяться о том, что нам повезет им. Погода севера, да. Мобилизуемся, да. Сейчас, но вам еще ведь нужно успеть завести всю эту технику по зимнику, пока да. он есть. Да. А вы можете это начать делать до тех пор, пока до того, как оформить аренду? Да, аренду? Мы можем начать. Мы же ничего там не нарушаем. Мы и делаем уже. Мобилизация началась потихоньку. На самом деле, тот объем, которым мы заявляем, ну, бурение, это примерно... Ну, чтобы было понятно, 14-15 тысяч тонн грузов за сезон. Ну, это ничто по сравнению с тем, как мобилизуется там ЕСО «Петро», ну, тоже, или там «Башнефть», они ввозят там по 60-70 тысяч тонн грузов за сезон. Поэтому, я думаю, здесь сложности нет. А по планы ваши по добыче нефти на Южно-Таравайском месторождении? Ну, я думаю, планы... могут быть планами, и могут и остаться планами, но планы твердой, есть планы. В твердой уверенности. Значит, что мы в 2013 году добудем около 30 тысяч. Значит, в 2014 году мы добудем порядка, ну, 400 тысяч. Ну, 15-й, там посмотрим, все зависит от технологии разработки, как пойдут вот бурения первых, скажем. А так от 400 до 700 тысяч по 2015 году мы надеемся, я имею в виду годовую добычу, выйти на рубеж. Офис компании зарегистрирован в Наймаре. Да. Налог на имущество, соответственно, будет платиться... Конечно. Все налоги, которые платятся в округе, они все будут платиться здесь. Ну, федеральный бюджет, федеральный. А сумму хотя бы ориентировочную можете назвать? Ну, это сложно, это от добычи. Ну, налог, я говорю сейчас только про налог на имущество, который пойдет в бюджет округа. Даже, ну, не готов вам сейчас ответить, но через какое-то время, когда уже окончательно будет определено и все придет, потому что, ну, это такая, ведь по договору купли-продажи нельзя судить еще
о том, придет или не придет. Мы еще и все деньги не заплатили, там просто авансы какие-то. Вот. А когда придет, я думаю, мы с вами там через пару месяцев можем встретиться, я вам скажу, какие отчисления, какие уровни бюджетов, куда пойдет, да. Мы обязательно сообщим об открытии скважины. Я вам могу сказать, бюджет, который мы определили на 2013-2014 год. Вот. Вам лучше скажите полную стоимость проекта. Ну, полная стоимость проекта, вот я даже просто 3 года возьму, это будет там 3 200 000 рублей. Ну, в общем-то, годовой бюджет на Ринмара фактически. Может быть, да. Вот я только вчера прилетел, позавчера, ну, 12 числа совета директоров. И на следующий день как раз улетел, мы определяли, утверждали бюджет, утвердили, понимали, что делать. Определили и наметили для себя, и куда двигаться, в каком направлении. А когда вы рассчитываете вот эти 3 миллиарда окупить и начать уже получать прибыль? Ну, все, опять же, зависеть будет от разработки, да, от добычи, которую мы будем получать. Но если вот так посчитать, мы рассчитываем на срок окупаемости там, от 5 до 7 лет. 5-7 лет – срок окупаемости проекта, да? Да. Вы сейчас его реализуете на собственные деньги Енисея или развитие регионов, или на кредиты? Ну, пока мы… у нас есть агентский договор с Енисеем, который выполняет определенные работы. Ведем переговоры с Газпромбанком по оформлению кредита как раз вот на ту сумму, а то и побольше немножко, которую я вам назвал. Вот. В принципе, договоренность достигнута, но не буду опережать события. Вот. А так пока на собственные деньги. Ну, не развитие регионов, а развитие регионов, ну, Енисей, который, и там другие компании, которые входят в группу Енисей Холдинг, они финансируют, ну, или выполняют работы за свои деньги. Ну, вот потом я, развитие регионов спрашиваю. Рассчитается, да, после добычи с ним. Почему я спрашиваю? Интересует, я думаю, любого жителя округа сейчас участие компании в договорах социально-экономического развития, сотрудничества. Проще говоря, какие деньги недропользователь, в частности, вот ООО «Нефтяная компания развития регионов» будет вкладывать в округ? Очевидно, что до того, как вы начнете получать прибыль, эти взносы будут не столь существенными, как хотелось бы, да, но вот что будет дальше? Ну, даже уже сейчас мы по просьбе губернатора мы участвуем в некоторых, ну, социальных программах, которые правительство округа организует. И, ну, в частности, вот Бурандей мы участвуем. Мы работаем с оленеводческими совхозами, хозяйствами на территориях, которых и землях мы будем работать. Ну, возмещаем им тот ущерб возможный, который мы нанесем своей деятельностью, там, ну, это поля выгула или там выпаса оленей. Выпаса оленей. Да, возмещаем им. Вот. В дальнейшем мы уже говорили на встрече с губернатором, у нас будет подписано соглашение о социальном партнерстве. Ну, у нас есть опыт работы с регионом, мы долго и успешно, ну, порядка 10 лет, больше даже 14 уже работаем в Коми Республики. Там к нам никаких вопросов нет. Мы участвуем во всех программах, там, которые республика нам предлагает. Ну, это там и шефство над детскими садами, школами, там, ну, все, что нужно. Хотя бы ориентировочно. Вы сейчас рассчитывали суммы, которые будут вкладываться в благотворительность и вот в социально-экономическое, социальное партнерство? Ну, опять же, сложно сказать, пока нет, добычи. Пока нет. На этом эфирное время у нас подошло к концу. Большое вам спасибо за интервью. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был генеральный директор нефтяной компании развития регионов Михаил Топорков. Михаил Викторович, всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Это была программа «Актуальные встречи». Меня зовут Дмитрий Щепанов. Оставайтесь на севере.